Можно было ничего не говорить, конечно, даже. Достаточно прочитать Томас о предоставлении автокефалии Украинской Церкви, изданной Константинопольским патриархом, чтобы ужаснуться всем тем новациям, которые в отрыве от всякого канонического предания сформулированы патриархом Варфоломеем и его там советниками. Нужно обратить на этот Томас пристальное внимание, потому что в нем, конечно, и содержатся все те новации, которые Константинопольский патриарх себе присвоил без всякого одобрения православных церквей, ну и которые, в случае, если этот Томас не будет подверган тщательному анализу и критике, может восприниматься кем-то из колеблющихся как нечто такое, что вот представляет из себя сегодня определенную трактовку тех полномочий и даже принятия тех полномочий, которые усваивает себе Константинопольский патриархат. Поэтому мне кажется, что результатом этой работы уже в рамках богословской комиссии должен быть критический разбор заявлений патриарха Константинопольского, и не только заявлений, но и действий, которые реально не соответствуют преданию церкви, не соответствуют каноническому праву, которые являются произволом. Произволом, ставшим возможным, потому что произвольно Константинопольский патриарх усвоил себе те полномочия, которыми он не обладает. Те полномочия, которым ни один собор ему не делегировал. Это удивительно. Исходя из некоего константинопольского понимания того, что есть первый, создана целая концепция, которую можно назвать неопапизмом, и которая абсолютно не соответствует традиции вселенского православия.